Привет-привет. Ну что, Новый год уже буквально наступает нам на пятки. Поэтому сегодня, наконец, пришло время для имбирных печений. Помните, мы вместе с вами как-то покупали вот такую чудесную смесь печенье имбирное. И вот сегодня мы с этим и поиграемся. Кроме этой смеси нам нужна будет вода 30-50 мл и сливочное масло 120 грамм. Собственно говоря, вот оно сливочное масло. Сейчас мы поставим его топить. И будем замешивать тесто. Конечно же, будем это делать с новогодним настроением. Я включила огоньки. У нас еще немножко не стемнело, но уже вот-вот и начнет темнеть, поэтому впитываем новогоднее настроение, ловим его и делаем такую красоту. Так, подтопим маслечко, пока оно будет топиться. Достаем наш тазик. И сюда всыпаем эту смесь. Так. Топим маслечком. Смесь уже потрясающе вкусно пахнет, я вам скажу. Так, видите, масло почти растаяло. Сейчас вот растает вот этот вот оставшийся кусочек. Я сняла, выключила уже плитку, чтобы ничего не подгорело. Дотаиваем масло. И здесь у меня 40 миллилитров водички. Так, ну что, сейчас будем смотреть. Так, мне кажется, водички нужно еще. Что, давайте руками пробовать. Чего уж, как говорится. Так, наверное, я насыплю немножко муки, потому что-то я с водичкой, наверное, перелила, оно слишком прилипает. Мне так не нравится. Вот, теперь другое дело. Наверное, все-таки надо было остановиться на рецепте и водички все-таки поменьше подливать. Ну да ладно, это же дело такое.
все замешиваем и под пленочку дадим немножечко, ну, 5-10 полежать. Ну что? Начнем, как говорится. Пахнет неимоверно. Просто, просто неимоверный запах. Давайте раскатывать. Нужно, чтобы они не тоненькие были. Хотя бы, ну не знаю. Ну не знаю. Ну, чтобы не тоненький. Не сильно тоненький. Мы раскатываем. Не сильно тоненький. Давайте вот так. Так. Смотрите. Я уже вырезала котика. Котика. Давайте. Сердечко. Еще у меня есть вот такое вот. И вот такое вот. И снова котика. И здесь будет звездочка. Еще у меня есть вот такие вот. Но вот это, наверное, была ракета. А вот это луна. Это старые, еще с моего детства. А вот это силиконовая. Тоже не знаю что, но тоже сейчас из нее навырезаем. И сразу на противень. Ну что, вот такой у меня целый противень. И вот еще несколько штучек, я их выпеку. Вот здесь вот. Я положу здесь силиконовый. Поставила разогревать духовку. Тут у меня одни сердца. Так, все, ставим. Так, и вот, вот эти вот венцы. Все, минут на, наверное, 10. Они сейчас быстро выпекутся. Вуаля! Успел этот хвостик немножко подгорел. И здесь у меня еще 4 штучки. Ну все, я думаю, что я их тоже уже могу вытаскивать. Хотя они немножечко бледноваты, да, по сравнению со всеми остальными, но ничего страшного. Даем немножечко остыть. Ну что, у меня есть вот такие вот коробочки в виде елочки.
Там когда-то был какой-то чай. Я сейчас печеньки в эти коробочки и поскладываю. Видите? Класс! Так, котиков сверху, потому что они очень подвержены ломке. Ну, хвостики могут отломиться, поэтому их сверху. До конца остынет и потом уже закрою. И точно так же вот во вторую такую коробочку. Так, давайте выбираем, кого будем пробовать. Сердечко? Угу, конечно. Разве могут быть сомнения? Конечно, будем сейчас пробовать сердечко. Так, котики. Все, отлично. Как раз мне, смотрите, на две эти коробочки у меня и получилось. Так, сюда котики. Сюда котик. И сюда котик сверху. Это до конца остывает. А это мы сейчас с вами будем пробовать. Вкусная и в меру сладкая. Ну, имбирь, честно вам скажу, вообще не чувствуется. Легкое отдаление. Но для тех, кто не хочет заморачиваться, вообще идеальный вариант. Класс. Типа я попыталась на заставку, наверное, на заставку не получится. Ну, в общем, можно. Есть можно, однозначно, брать можно, печь можно, особенно с детками. Такой интертеймент. Все, оставляем в покое, а то все съем. Вас с наступающими праздниками. Проведите их так, как считаете для себя лучше. И пусть в следующем году не знаю, сейчас желание, наверное, у всех одно, чтобы был мир. Мир во всем мире.